Меня зовут Алина Кирчалова, мне 11 лет. Я из Украины, город Одесса. Представляю детский продюсерский центр «Миллениум Альянс». Я являюсь участницей конкурса «Juniors Hope Online» в номинациях «Fashion Model», «Лучший детский музыкальный клип», а также «Ведущий» и «Телеведущий». Всем участникам желаю огромной удачи и, конечно же, себя. До встречи на фестивале! Всем привет! Это программа «Millennium Kids Party» и я, ее постоянная ведущая Алина Кирчалова. Как вы уже знаете, наша передача о самых успешных и талантливых детях, о самых ярких и масштабных мероприятиях в мире моды. Итак, сегодня мы с вами находимся на эксклюзивной вечеринке в модном детском дизайнерском пространстве «The Cats Children Wear». Самыми стильными и модными девчонками нашего солнечного города. И именно здесь и сейчас стартует новое фэшн-закрытое мероприятие, которое имеет яркое название «Толк Пати. Девочковая история». Целый год шел строгий отбор на участие номинантов премии «Топ 100. Гордость и красота Украины». Сегодня мы находимся в одном из лучших залов Украины – Одесском национальном оперном театре, где проходит эта ежегодная премия. Здесь собрались самые именитые гости. Среди них номинант на премию «Детский шоу бизнес» руководитель продюсерского центра «Миллениум Альянс» Ковальчук Анастасия. Сегодня в караоке-ресторан «Беннизи» пройдет самое ожидаемое шоу, а именно конкурс красоты для девочек «Mini Mitch Child Star». Вас ждет много сюрпризов, и сегодня мы находимся на закрытом светском мероприятии благотворительного фонда «Иракли Макацария» и ювелирного бренда «Мак». Вы находитесь на замечательном мероприятии, где вы проводите презентацию своего нового проекта. Расскажите о нем и о ваших дальнейших планах. Прежде чем я расскажу про планы, я хочу сказать, что ты всегда очень круто выглядишь. Маленькая принцесска. Спасибо тебе, что ты пришла сегодня на это мероприятие. Спасибо большое за интервью. Самое благое дело – это милосердие и благотворительность. И очень приятно, что в нашей Украине станет еще больше счастливых и здоровых деток. И наша программа StarFace вам искренне желает процветания, дальнейших успехов. Спасибо вам большое за интервью. Даниэль, не успевают ваши поклонники следить за вами, за вашими новыми проектами. Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Ой, на данный момент мы строим новый бар. Что вас сегодня восхитило, поразило? Ну, во-первых, ты прекрасна. Спасибо вам большое за интервью, я вас очень люблю. Класс. Екатерина, вы всегда находитесь на ярких масштабных мероприятиях города, поддерживаете новые бренды, и без вашего участия не обходится ни одно мероприятие города. Здесь собрались самые яркие дети, модели и ведущие, а также самые знаменитые люди нашей славной Украины, на нежные и железобетонные плечи которых легла ответственность за сегодняшние результаты. Ну что, девчонки, вы такие сегодня красивые, что вы для нас приготовили? Мы приготовили танец ангела. Желаю вам удачи, и чтоб побольше терпения вам, и чтоб каждой девочке сегодня улыбнулась удачей, и каждая из вас получила свою заветную корону, о которой вы мечтаете. Пока! Ну вот и подошел к концу этот полный эмоциями день. Победители объявлены, награды нашли своих талантливых обладателей. Все счастливы и готовы к новым достижениям. Хотим поздравить всех конкурсантов, ведь каждый уже совершил хоть маленький, но подвиг для самого себя. Ведь самое сложное – это бороться с самим собой, преодолевать свои страхи, стать чуточку смелее, раскованней, чуть больше поверить в себя. В общем, получить тот самый бесценный опыт под названием «Жизнь». Ну а с вами была я, Алина Кирчалова, и моя программа «Millennium Kids Party». Оставайтесь с нами, мы умеем удивлять. Мы вам расскажем самые яркие моменты маленьких одесситов. Пока, до новых встреч!